Так, пробуем глубокорыхлитель Диггер на полях Панинского района. Там, где не может КДК медведя войти в почву. Вот так глубокорыхлитель прекрасно разделывает все и равняет. Трактор МТЗ-3522. Лапы с гидрозащитой, два ряда. Выравнивание дисками и шпоровый каток. Все ровно. Можно вот так и оставлять. Солома запахана. Вот он результат. Вот они, куча соломы. Вот то, что черное получается после его работы. И главное, что все ровненько. Нет никаких кусков почвы огромных после пахоты. А почва, ну, такая средняя. Крошится, в принципе. Но еще вот достаточно влажная после дождей. Хорошо работает. Хорошо.